Индийская девочка Апурна Валават покорила вершину мира. Маленькой рекордсменке 13 лет и 11 месяцев. Однако возраст не стал помехой в достижении высокой в буквальном смысле цели. Пурна взошла на Эверест с северной стороны и стала первой женщиной, покорившей наивысшую точку мира в столь юном возрасте. Абсолютный рекорд в альпинизме продолжает удерживать американец Джордан Ромеро, поднявшись на вершину 4 года назад в возрасте 13 лет и 10 месяцев.